И всем привет, ребята! Сегодня я буду с вампириксом снимать новое видео. Поздоровайся. Здрасте. Нормально. Бонжур, подписчики. Заходи. Три, два, один. Все, снято, всем до свидания. Чего? Ничего. Ну все, я пошел за генератором. Так, звони по телефону. Звоню. Звони дальше. Одна аномалия. Ноль вообще-то. О, господи, я испугался. Ну, хватит там листать, а? Я ищу открытые двери. Ищи дальше. Мы узнали, что если стоять на месте... то за вами придет все равно аномалия. Да, если эта аномалия нас съест, то надо стоять на месте. Какой на месте? Так, у него пластырь, уже не годится. До свидания. Да блин, погоди, там дверь открыта еще. Смотри по камерам на него. Смотрю. На кого именно и на его? Я не знаю, так он вдруг сейчас около меня пройдет. Ты его впустила? Кого? Нет. А, ты его выпустила? Да. И... здрасте. Странно, чего? Погоди, я посмотрю на него. Так у него есть лицо или нет? Погоди. Да он негр просто, ты о чем? Блин, яркость на максимуме стоит. Ну нормальный чел, иди по камерам смотри. Как ты целая? Голова не шевелит, все конечности на месте. Ну пофиг, что негр. Пускай. Окей. Где главный зал? О, вот. Пошел. Так, я сразу же в сундук. До свидания. Так зачем ты и так успеешь? Да, не, нормально, чел. Бррр, иди беги. Ой, я чуть в туалет от тебя не пошел. Страшно, блин, ты тут ходишь. Еще и двери открыты. Больше никого нет. Здрасте. Ноги его посмотри. Нормальные. Это еще первая ночь. Сейчас со стороны посмотрю. Нормально. Ну все, я его пропускаю. Долго ты там... ну он идет ему или нет? Ну все, погнали. Сразу в сундук пошел. Да зачем? А что? Он все равно ко мне побежит. Да, человек. Ты таки будешь туда-сюда бегать? Ой, у нас сейчас садит. Я так и знала. Господи, чё так пугаете-то, ё-моё? Я не пугаю, оно само. Да там еще и дверь открылась, они издеваются, что ли? Ну, как раз. Это не аномалия. Я больше не полезу в камеры. Надо было подписчикам показать. Не, ну что-то глаза какие косые у да него. Да пофиг. Зато скин дай-ка посмотреть на него. Мама мия, дай робуксов, пожалуйста. Ой, господи, заткнись. Ладно, он его за бесплатно, этот скин. Все, давай, следи за ним. Так, он идет. Не, нормальный. Ну я же тебе говорила. Осталось еще 5 жителей пропустить. На всякий случай. Миша, ну ты наше достоинство потратил. Да блин. Ой. Миша, такого пропускать? Нет, конечно, ты че? А что?
Нормальный человек. Пропустила бы, потом сидели, блин, пытались бы что-нибудь сделать. Ну и что там люди даст? Ё-моё, кто тебе этот нож пырнул? Нам аномалии не нужны. Пока что все окей. Ну все нормально. Я пропускаю. Да и не прочила. Ну все, я пропускаю. Да ты что там ходишь, ё-моё, я уж думал там ой, паук. Ты кого опять впустила? Если он как-то опасен. Yes. О, май, мы играем нормально. Здрасте. А нам уже говорили 110-ю квартиру. Не впускаю. Да подожди, ты может реально. Может парень зашел. Нормальный чел. Да господи, включи ты электричество это уже. Оно было на полном максимуме. Ой, я, конечно, сейчас в туалет пойду. Ну все, челика пропускают тогда. Да куда? Погнали. Что за шапка у него? Ой, блин. Почему-то, когда я смотрю на него, я пугаюсь. Потом, когда скример, я уже не пугаюсь. Нормальный чел. Дойдем до третьей ночи. Нет. А тоже так. Ну что, нормальный чел, я его пропускаю. Давай только побыстрее. Окей. А что у него руки отпадают как-то немного? Сквозь текстуры. Ничего не отпадает. Это ты скоро отпадешь. Так, аномалии. Ноль. Как обычно. Нам уже говорили, что 10-ю, мужик, ты чё? Где у него голова вообще? Да нормальная голова. Ну-ка, дай-ка посмотрю на него. Чё у него с лицом? Нормально, узбек. Он своего пацана пересмотрел. Он узбек. Ладно, впускай. Сейчас, подожди. Узбеков не впускаем. Мы впускаем узбеков. Они готовят вкусно. Наверное. Алло. А, вот. Остался один житель. Ну нафиг, пойду сам электричество включу. Да чё вы все в 110-ю комнату-то идёте, вы чё? У них там вечеринка. Какая вечеринка? Я-то куда стою? Ну, вроде бы норм, только в одежде какой-то той же. Миш, я тебя поздравляю. Не испугался. Давай, сейчас пропущу челика. Миша! Всё. Ё-май. А чё? А, ой. Так можно испугаться, что электричество закончилось. Вторая ночь, и нас сразу же убьют. Не уверен, что нас убьют. А я уверена. Такой челик... О, наконец-то 133. Ну, все нормально. Ладно, ребята, на этом мы закончим. Всем пока-пока!